Всем доброе утро, ребята. Никита уже начал свое утро с бабушкиного, как это называется? Пирога. Пирога. Ну как, нет, пирог сам как называется? Шарлотка. Шарлотка, шарлотка с яблоком. Ребята. Мы попросыпались. Так, пирожки вот. Вот Людочка наша. Мама Львовой начали с полшестого ходить. Да, ну в полшестого все просыпаются. Я сделал чаек детям. Сейчас. Молочко, молочко добавляю. Я не вижу. Вот как это что, слепой, Никита, ты будешь с молоком? Ну, конечно. Так, вот это. Так. Запивай чаем. Никита с лимоном не хочет. Что, Милан? Что ты хочешь? Так, у мамы тоже вот здесь рассада повысаживала. Вот там. В комнате куча рассады. Вот это рассада, это, скорее всего, перец, я понимаю так. Сейчас оделся, надо будет кое-что там помочь и пойти по огороду. Помогу. Так, ну все вроде. Можно идти. Аккуратно. Аккуратно. Ой, на второй этаж Люда идет. Ну да, иди, иди. Мне помочь, он снимает. Это мужики пошли. Куда пошли? Заходи. Какой тут крутая тут лестница. Очень крутая. Осторожно. Пипец. Вот тут мы на втором этаже сегодня спали. С Миланой. Вот такой мама. Второй этаж. А, да, это всякое такое. Это он лепил из глины. Ну да. Там он на первом этаже хаги-ваги. А покажи вот у мамы какой вид со второго этажа. А ну, открой окно. А что, а вот тут некрасиво. Тут некрасиво, тут нет этого. Вот мама просыпается, и что она видит? Вот такие вот дачи, дома. Вот это вот этаж был. Летняя вот кухня. Труба, это летняя, нет, не труба, а бочка. Бочка, вот это летний душ. Да, летний душ, вот этот. Там. А вот эти вот дачи, вон дальняя дача, вот я пальцем на нее показываю, продана в этом году за 100 тысяч. И вот это вот рядышком кирпичная, ну потом мы выйдем, я вам покажу. За 900 тысяч продали. Какое? Вот это вот, вот видишь кирпичная сразу. А, вот это что я говорил, что там... Да, внутри хорошо. 900 тысяч? 900 тысяч. Прямо напротив мамы. У мамки тут куча книг. Вот такая полочка. Телевизор. Ну, в принципе, второй этаж вот такой вот. Шкаф, кресло, кровать, столик письменный. Два окна. Два окна. Это окно выходит на Дон. А это вот в сторону дачи, туда, вдаль. Ну, тут не видно, конечно, ничего. Вот многие ребята в комментариях написали, зачем вам дача, вот у мамы есть дача. Дача мамина, это мамина дача, а мы хотим свою, чтобы, ну, так как бы, мы и здесь помогаем маме, и, ну, то есть, участвуем во всевозможные помощи. Но мы хотим отдельно, ребята, ну, разве кто-то не хочет себе отдельно дом, допустим, да? А можно вот так открыть? Открытые они. Все, покормил? Да, покормил. Что ты говоришь? За 15 тысяч можно маленький телевизор? За 15 тысяч можно маленький телевизор купить. Я покормил. А куда вы хотите? Немножко сделаем на кухню. Холодильник отсюда уберется. Этот холодильник мы уберем в этот. Скажи, куда? Что ты делаешь? На кухню. Угу. На летнюю кухню уберем. А что ты в кепке сидишь? Тот холодильник вообще уберется. А где мое кофе? Ты что, мое кофе добиваешь? На окошке твой кофе стоял. Нет, это мое кофе. Вообще уже обалдел. Свое выпил и мое хочешь. Я же не твой кофе, я один на двоих сделал. Вообще что? А, ты это один на двоих еще сделал? Ну да, я же говорил, один на двоих. Есть кофе, делайте. Люда, сделай себе кофе. Я не хочу. Вот. А сюда хотим купить, когда перестроится, холодильник станет вот туда в угол. Mm.
хотим купить холодильник. И сюда я планировала повесить телевизор маленький. Телевизор маленький можно купить за 10 тысяч. Без Wi-Fi. Обычный телек, мне плоский. Wi-Fi не нужен 150. Не Smart TV, обычный, обычный телевизор. Можно купить до 10 тысяч. Холодильник сейчас стоит как минимум 20. Холодильник, ну, 20 тысяч дешевле, можно взять нам большой холодильник. Нет, это будет. Мы планировали так, взять на веранду, потом поставим морозильную камеру. Варенье это на любителя. Варенье, ну это кто любит варенье? Я, например, варенье люблю только абрикосовое. И все. Больше никакое. С батоном, да? С батоном и с молоком. Вот это я варенье люблю. Все остальное, яблоки, это вообще я терпеть не могу. Ага. Ага. Ма, вы уже ходили на улицу? Так что лучше какое-то, не знаю, какие-то закрывают. Вот мне нравится рис твой, который ты закрываешь. Я говорю, в этом году запланировали за лето купить мы морозильную камеру. Обязательно. Морозильная камера стоит тоже. В пределах 10 тысяч. Где такую видела морозильную камеру? 10 тысяч. Я тебе объясняю. В Авито я видела. Ну, в Авито. Это бэушная. Непонятно, что с ней делали. Не надо. У меня таких денег нету. Папа, ну. Это пошло. Что? Она полная. Ну хватит, чуть-чуть. Надо маме купить. Ты понимаешь, что камеру через Авито ты купишь перезаправленную фреоном, починенную двигатель. Саша, ну у мамы нет денег таких новую покупать. Новую я не смогу купить. Зачем мне новую? Можно хорошую найти. Вон холодильник, и сколько прослужили. Вот это что это надо резать? Это не я ел. Я покормила. Значит, надо купить новую. Это мой чай. Чай не взначай. Ну, короче, будем думать что-то. Холодильник, камеру, это то, что вот за лето мы должны купить. Может, дай Бог. Бабушка, смотри. У меня голова. Бабушка, смотри. А мы должны купить дачу. Мы должны купить дачу. Вы запланировали дачу? Да. Я же говорю вам. Где мой телефон? Да зачем, мама? В Авито. Подожди, я не за Авито, я просто скидывала, я покажу, но это не показала. Ну, что ты, в Авито искала? Пошли песню. Какую? Давай, дорогая, танцуй. Пока молодой. Танцуй пока, малая. Ну, делай. А что ты такую чашку будешь, большую кофе делать? Могу меньшенькую сделать. Это сегодняшние яйца? Это вчерашние вечерние яйца, я вам домой дам. Домой дашь? Да. Это нам лоточки подготовила, да? Подготовила вам лоточки. Давай я пособираю. Яйца? Да. Собирай. Какие можно брать? Ну все, бери любые яйца. Вот эти? Вот, на лоточки. Дай мне вот этот вот посерединке, который вот этот хороший. Так. Это сегодняшние, да, мам? Это вчерашние вечерние. Сегодня еще не нанесли они. Яйцо не нанесли. Что, сейчас нормально несутся? А? Нормально несутся? Ну, несутся, когда 8, когда 10 штук. А это вчера было он вообще хорошо. На еще. Угу. Так, ну тут 6. А надо 10. Сейчас еще даю. Так. Четыре штучки. Положу. О, это нормально. Так. Все готово. Да хватит нам. Да не хватит. Три мама, зачем три десятка? Ну, три десятка возьмите. Ну что, пока есть яйца, берите. Потому что потом сядут на высиживать птенцу. А, птенцов сядут высиживать, ну, да? Конечно. А. Мы же подкладываем яйца. Угу. На, выкладываем. Хорошо.
хорошо в деревне летом. А как ты считаешь, мама, вот дачу надо нам купить или не надо? Ой, Саша, в любом случае она нужна. Но хочется взять такую, чтобы уже ничего не делать на ней, понимаешь? Там по чуть-чуть что-то подработать и уже жить там на даче. Ну, летом я имею в виду. Потому что дача, у тебя, например, проблема в чем? Дача, она нужна. И детям хорошо, и какая-то, какие-то фрукты, какие-то там цветочки, и воздух, и все на свете. Я же об этом и говорю, что нам не для постоянного места жительства, нам просто приехать, шашлыки пожарить, какие-то фрукты собрать, может, что-то, какую-то малину или еще что-нибудь. Но не сажать там картошки и все остальные дела. Понятно. Не надо, не хочу никаких картошек, ни матрешек. Вот так вот. Дача нужна. Я говорю. А на заморозку я тебе деньги добавлю. На заморозку. На холодильник я тебе денег добавлю. Я думаю, что хорошая идея. Но я бы на твоем месте. Что на моем месте? Сначала взяла машину. А дача хорошая. Вот это вот нормально, сказала. Ты дядя Вове шашлыков дала? Положила ему маленький контейнерочек. Я ему рыбу положила. Две головы там и хвост. Да, он сегодня в дневную, потом день дома. Завтра в ночь, да. И завтра в ночь. Угу. Быстрее бы уже этот вопрос с садоводством решился. Саша, я уже жду, не дождусь. У нас дядя Вова хотят председателем поставить. Да. Вот это вот дачного кооператива. Выборы уже прошли или не прошли еще? Выборы не могут пройти, пока не будет собрано голосов на то, чтобы убрать вот эту женщину, которая не оправдала своего доверия. А она по натуре человек такой нагловатый. Работать она не хочет, а то, ну, может, не потому, что не хочет, она, как тебе сказать, она не знает этой работы, а взялась, как говорится, взялся за уши, не говорит, что не идешь, а у нее не получается. Вот те трубы, которые еще председатель предыдущий, Игорь Иванович, на воду, потому что у людей же есть и старые трубы, и все, их менять надо. А она эти трубы раздает всем направо и налево, кому на столбы, кому еще на что-то, понимаешь? Ну, понятно. А сейчас начнется поливной сезон, и люди будут криком кричать, потому что не смогут поливать. А что такое не поливать, если садишь? Ну и когда это вопрос решается? Ну, вчера было вроде как управление садоводства. Будут опять собирать собрание, потому что очень мало людей, это даже было холодно, люди не ездили сюда. И голоса свои не отдавали, чтобы ее убрать можно было. Вот. А сейчас будет правление садоводства. И было правление садоводства. И решат, на какой день будет собрание. И как люди отреагируют. Ну, никто не говорит, что там ее вообще прям цель поставили ее убрать. А просто по количеству, чтобы справедливо было, по количеству голосов. Вот не наберут голоса, значит, она остается. Наберут голоса, значит, ее уберут. Понятно. Мы были где вчера, аж где Дренажка, и там продавали участок. Без света. За 300 тысяч. Херню какую-то, фигню. А строение какое-то есть там? Гомняное. Вот я тебе говорю, я находила за 300... Тысяч? За 300 тысяч? Не, мама, это надо миллион. Это где-то миллион надо, чтобы нормально, не более надо, или менее. Не надо миллион. Сейчас очень много дач продается. Очень много дач продается. И надо смотреть, дяди Вове вот сбрасывали. У нас есть группа в WhatsApp от садоводства. Света там ведет ее, эту группу. И она частенько сбрасывает эти. Там мне вчера показывал. Показывал дяди Вове? Бывают и за 400, и за 500 тысяч, и за 300 тысяч. И довольно-таки для, вот, как нормальные.
четверг вечером, пятницу, субботу и воскресенье. Четыре дня будешь у бабушки. Целых три дня. Пятницу, субботу. А, четыре, я говорю. Пятницу, субботу и воскресенье на следующей неделе. Хочешь? Хочешь у бабушки быть? Он сегодня проснулся уже и лежит, смотрит на меня. Я проснулась от того, что он смотрит. Я говорю, ты чего не спишь, внучек? Я говорю, давай закрывай глазки, спи еще рано. А он мне сегодня говорит, что бабушка ему мешала. Мешала, да? Храпела? Храпела. Надо было к нам на второй этаж идти, что ты не захотел. А что ты не пошел? Не придумал так, да? А Милане ж тут нравится, она просто кайфует. Просто кайфует. Балдеет. И мне очень нравится, когда вы у нас. Эля уже к моему кофе пристала. Там Милана одна. Ты же можешь себе весь выпил. Бабушка лохматую снимает, а потом люди смеяться будут. Это утро, мод, это нормально. Так, это сейчас будет мне блокировка видео, да? Да. Смотри, Семеновна. Кто там? А, Семеновна, Никитина подруга. А, он, да, заходит. Ну, подруга. Семеновна, Семеновна. Ты показывала цыганку? Цуценяток. Не надо, не надо, не, Милана, не надо. Грома выпускать не надо. Привет, привет. Смотри, смотри. Привет. Ой, мамаша, сразу, мамаша. Мамаша прибежала. Мы же ничего не сделаем. Привет, мои котики. Обормотики. Обормотики. Смотри, черный, коричневый и серый, Саш. Ну, видишь, да, трех, да, цветов. Да. Папаша весь. Все. Пап... Мила, нет. Ты чего собаку открываешь? Зачем? Не надо. Не надо, закрой. Давай я помогу. А то он сейчас как выскочит, ты чего? Скажи, кричи. Семеновна, привет! Семеновна, привет! Семеновна. Здравствуйте! Здравствуйте! Семеновна, привет! Штаришь? Женщина. А. Женщина. Семеновна. Скоро, скоро будем ехать домой, да? Да. Ты уже хочешь домой, Милана? Да. И я хочу. А вот эту же вещь надо перестирать, но с порошка домой. Ну, проблема какая-то, купить порошок. Ну, да. Я выйду, куплю порошок, значит. Мама нам что-то даст с собой? Яиц 30-ка дали. Ну, а еще мясо? Мясо, конечно, даст будет. Ну, Саш, что ты меня так близко вечно снимаешь? Пошлите, ребята, покажем огород. А ты что, не показывал? Нет. О, смотри, тюльпан расцвел. Вчера не было этого тюльпанчика. Смотри. Вчера не было. А это что забыла? Лук. Нет, это... Это лук? Это лук. Это лук? Конечно. Никита. Никита, тебя Семеновна зовет. Да, вот эта слива очень вкусная. Люда, я говорю. Вот мамин дом во всей красе, ребята. Вот это вот ее дом. Никита к Семенову не пошел. У меня всегда есть конфеты. Я хочу здесь. Да ладно, сейчас Никитка придет. Спасибо хоть скажи, Господи. А спасибо сказал Никита. Пока. Это уже сейчас... У Семенова же дочка умерла. А? Семеновна дочка умерла год назад от онкологии. Добыча, молодец, сынок. Так, работай.
И что ты? Иди покажи. Я хотел показать сливу в первый год, когда приехали. Ой, не, Саша как ненормальный. Всю сливу съел. А ты папа. Короче, было вот это дерево, да? Да. Слива, она была усыпана. Со королевская слива. Ну, что сделал? Сожрал все. Я есть слива. Хотел. Мама есть хотел. Закрыть, а Саша... Ну, пока еще показывать нечего. Мама рассаду не повысаживала. Люда приедет, поможет ей рассаду все высадить. Так. Ну, там клубника и чеснок. Там у мамы клубника и там, и тут была раньше клубника. Да, я тут полола клубника. А там, подожди, а тут смородина, да? Смородина? Раньше тут были огурцы. У мамы каждый год съел по-новому. А, здесь смородина, да. Смородина. Да. Там кабачки были. Ты представляешь, ты заметил, что вот эти соседи, которые купили дачу, они шелковицу срубили. Да ты что? Там шелковица, там, ну или как, не шелковица. Шелковица. Тютина еще. Тютина. Целое дерево усыпано вечно. Мы всегда тут ели шелковицу. И все, новые хозяева срубили. Вот эту дачу за 900 тысяч. Идем покажем. Пошли. Вот та собака, это вторая собака. А до этого у дяди Вовы была собачка, как ее звали? Адик. Он ее очень любил, он везде с ней ездил. И когда она умерла, он очень тосковал за ней. А к этой уже все. Ну, как бы, он ее взял, но такой любви, конечно, уже нет. Но Адика он везде брал, просто везде. И он его любил, и ждал его, и... Ну, короче... Так, вы осторожно там, хорошо, Никита, следи. Мама, я закончила. Закончила? Сейчас будет. Вот эту дачу купили. Идем она, оказывается, двухэтажная. Два этажа, мама сказала. Что на низу две комнаты маленькие, а наверху одна большая комната. Я бы не сказала никогда в жизни, что это. И там внутри низ хорошо сделан. Хороший этаж. Ремонт. Там деревом все обделано. А вверх, ну так. Вот, и тут шелковица была. Такая огромная. Вот это вот дача за 900 рублей. Но мама твоя говорит, что ну, дорого. Но я считаю, что это недорого. Ну, вот видишь. А тут живут психологи. Вот в этой даче. Психологи, профессора. Как я. Вот такую дачу хотела бы. Да. Ну, готовь 4 миллиона. 3. Хотела бы, я тоже хотела бы. Хорошая такая. Вот второй этаж, пристройку сделали. Вон, смотрите, там. Ну, как хорошо. А вот это летний душ, Саш? Да. Вот это летний душ. Да. Круто, да? Ладно, давай потихоньку. А вот мамон. Самый красивый. Да. Ладно, будем потихоньку собираться, ребят. До новых встреч. Уже увидимся дома. Да, поедем сейчас домой. Хорошо, хотя тут.